работаешь по белому каком-то фирме. Вот такой пульт управления. А тут мы отдыхаем. Который зарплатами такими вещи занимает, чувак сидит тут. Ассаламу алейкум. Привет всем, ребят. Ребята, когда я видео сделал о нашем городе и показал, что у нас карантин нету, ничего нету, люди там начали на телефон писать. Ну, как я вам говорил, ребят, вот никакого карантина нету, машины стоят, люди ходят. Просто хотел показать, когда ты тут работаешь по белому каком-то фирме, какие у тебя привилегии и вот такие вещи хотел показать, и инструменты туда-сюда. Я сейчас приехал, вот наши инструменты, это фирменные инструменты, вот эти, которые бетоны режут там, как сог, я не знаю, как это по-русски сог будет называться, бетонг-сог называется, вот так режущий. И вот эти, которые аффуктор это называется, которые сырость забирает и из нее воду в канистр собирает, он полностью сырость убирает из дома, дорогие вещи. А вот это Makita сумка, полный ассортимент, это моя, а я тут уже 3 месяца не работаю, на больничном из-за этого никто не пользуется. И вот такие Dewalt у нас, Bosch у нас, очень дорогие инструменты. И вот такие робот у нас, вот сын тоже ходит, его тоже забрал с собой, чтобы скучно не было. Это наш робот, я второй этаж покажу наш, где мы кофе пьем, сидим утром, там обед. Там наверху тоже, вот это нижний гараж, вот этот. Сейчас поднимаюсь на второй этаж, где мы обед, там кофе, все пьем. Вот это наш нижний этаж, первый. Вот это робот, кухня. Инструментов очень много у нас тут. Полностью под сигнализацией, security, там все четко у нас тут. Схвачено все, можно сказать. Вот тут. Там вон прямой кабинет, самый главный начальник там сидит. Тут другой начальник сидит, тут который зарплаты раздающий чувак сидит. А тут мы отдыхаем. Видите, у нас вот тут PlayStation 4 есть, телевизор есть. Играем, сидим, отдыхаем иногда. Вот тут такой тоже есть. Вот сиденье. Как машину водишь, там подключаешь к игре. Вот этот экономист, как я сказал, который зарплатами такими вещи занимает, чувак сидит тут. Тут другой Тони, другой начальник у нас сидит, вот тут. Вот тут этот самого главного, который этой фирмы, его меня тут у нас встречи бывают, видите, вот телевизор, там все обсуждаем, там все схвачено, ребят, четко тут. Тут можешь все, что надо, там в копиере все сделать. А вот тут у нас кухня, микроволновка, машинка, посудомойка, кофемашинка, доска, там разговариваем при обеде, и так конфеты, все есть, все, холодильник. Примитек, все, можешь как дома, все четко. И сейчас вот, открой дверь, Ислам, открой дверь. Сейчас он откроет мне дверь, тут у нас раздевалка. Полностью рабочую форму, кто хочет, тут оставляет. И тут душ, все есть, туалет, душ. Вот туалет, и вот душ у нас. И вот тут еще один такой маленький кабинет, как... Что одежда, инструмент можешь поставить. Вот так выглядит наша фирма, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.